Всем здравствуйте! Зовут меня Елена Белозерова, я из города Томска. Хочу с вами поделиться результатом о том, как я за один день бросила курить. Пришла я в коралловый клуб заядлой курильщицы, и стаж у меня был более 20 лет. И мне очень нравился сей процесс. Но понятно, что по понятным причинам надо было закругляться с этим делом, и я услышала от нашего руководства компании о том, как это можно быстро сделать. Я за один день выпила 30 капсул микрогидрина, тогда еще H500 не было. И в течение дня я запивала все это коралловой водой. Друзья мои, на следующий день я встала, пыталась закурить, но у меня уже не получилось. И сколько я не пробовала вернуть сей увлекательный для меня процесс, это было бесполезно. И на сегодняшний день я уже более 10 лет не курю, чему я очень рада. И это всего за один день. Поэтому всем рекомендую, кто еще не может решить вопрос, как бросить курить, воспользоваться моим советом. Всем спасибо, пока-пока.